Дебютант, высота растения 50 см, цветок розовый с белым краем. Местоположение. Участок должен быть расположен в солнечном месте и защищен от ветра. Важно, чтобы он не имел неровностей, в которых весной и осень будет застаиваться вода. Это может привести к вымоканию и загниванию луковиц. Почва. Тюльпаны. Растения довольно неприхотливые и могут мириться с любой садовой почвой. Но наилучшей для них является рыхлая, хорошо дренированная, умеренно увлажненная, Т.Е., суглинистая и супесчаная почва с нейтральной или слабощелочной реакцией. Тяжелую суглинистую почву можно улучшить добавлением песка и торфа. Посадка. Тюльпаны высаживают осенью, когда температура почвы на глубине 10 см опустится до 9-10 см. В средней полосе это вторая половина сентября, начало октября. Глубина посадки для садовых тюльпанов 15-20 см, ботанических – минус 10 см. Расстояние между растениями 10-20 см. Луковицы садовых тюльпанов нужно выкапывать каждый год. Место посадки тюльпанов лучше менять один раз в 4-5 лет. Размножение луковицами детками при выкапывании. Использование для озеленения на срезку. Тюльпан Триумф, дебютант, это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан Триумф, дебютант, можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан Триумф, дебютант, в месяц май, апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан Триумф – дебютант, самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.